А вот и новая наша мама. Новая мама, которая приняла деток. А маму, которая спасала их вчера, мы вернули к ее деткам. Так что у нас все замечательно. Малыши сосут. И новая мама приняла не только 6 новорожденных, но и малышечку, которую тоже бросили, которая тоже выжила одна единственная. Очень худенькая, очень маленькая. Мы ее подсадили, и она тоже чмокает новую маму. Так что у нашей мамы здесь сейчас 7 деток. Вот такой сборник. А она умничка, она золотая. Она хорошая, ласковая девочка. Она хорошая девочка моя. Такая красавица. Хорошая. Хорошая моя детка. Маленькая. Вот так. Вот так у нас все хорошо. Вот так у нас, детки. Кто-то уже налопался и спит. Тут на хвостике у мамы. Кто-то под лапками, тут у нас. Вот там. Так, ой, там гусенички наши кушают, да? Тут тоже сопелочка маленькая спит. Господи, помоги. Почему собаки лучше людей? Своей добротой лучше. Просто удивительно. Друзья, если захотите нам помочь, будем очень рады и признательны. Спасибо большое.